dvhub.ru. Боевые соревнования Хабаровского края по парусному спорту среди класса радиал, лучший радиал, в общем, занял 3-е место. Впечатления соревнований положительные, было весело гоняться там. Там другая акватория, чем отличается от нашей. А чем конкретно? Ну, то, что, во-первых, водой, то, что там все-таки море, и вот это, то, что соленая вода скользкая, и бывает, создает некоторые неприятности. Вот. Парусный спорт мне очень нравится, это, наверное, самый лучший спорт, которым я занимался в своей жизни, начинал заниматься. Вот. Остановился именно на нем, ну, потому что это очень красивый спорт. Тут можно, в принципе, многого достигнуть даже, выезжая на тот же Владивосток, если хорошо тренируешься.